Так, ребята, выпускаем еще одного пермячка Володиного. Сто раз я уже его мазал, но еще подмазал и выпускаю. Погода плохая, но был тут по делам. Ястреб у нас есть. Опля. Она такая уже как черт. Попробуем ее сейчас подержать немножко. Такая пермячечка. Так. Ага, боится, боится гору брать. А надо будет брать, родная, брать надо. Боится высоту брать, видишь? От людей боится уходить. Умница, но должна справиться, да. Она, Володя, знаешь, почему ее выбраковывают? Не несется. Бесплодная. Не берет высоту, боится. Ну надо ж текать, тебе надо текать. Она думает, дом рядышком, понимаете? Сейчас, Инна, я хочу, пока не надо, я репортаж снимаю. Вдруг ястреб возьмет. Не проживай. Гуляйся. Иди посмотри, грибов там нету или подснежников. Мне ж надо уезжать. Вдруг ястреб или сокол, кто-нибудь выйдет, ее тут съест. Не поймет она, куда идти пока. Ну, я отъехал, может быть, километра два от Панченко. Да, наверное, километра два отъехал от его дома. Трудновато будет поймать. Ну, хотя в лесу, что не поймать, правильно? Лес есть лес, он тут хозяин. Бери, не хочу. Очень много я тут голубей повыкидывал. То их вороны раньше гоняли там, знаете, или эти вот вороны. А сейчас что-то никто не гоняет. Не поставил камеру на даль. Люди едут, скажут, что он дурак снимает. Пропала. Пропала. Ты видел, она ушла, скрыла, черти сколько. Ну, не в город, да. В общем, ищет, ищет. Не видишь ты ее? Не видишь? Так, ну шо, не видать. Ладно, все, на этом все. Видите, какая у нас зима в этом году. Вот такая зима. Не погонять ничего. Всем, ребята, добрый вечер. Значит, хочу... А, поступило мне предложение съездить на выставку Киев, значит, ну и кое-что хочу туда повезти из голубей. Ага. Ты что же на яйца садовишь их? Не, еще. Еще нет. Как земляки твои говорят. А с кем без головы? О, с белоголовой, да? Да, с белоголовой. Хорошая пара. Любого у них, да? Ага.
И он уже, видишь, гонится, и уже второй год остается. Все в смертниках, Да что он второй год остается? Он, наверное, уже третий год остается. Я думаю, что второй. Он почем? По 3-3, да? Он по... Да, 17-го года он. По вилочке. По вилочке по 3.30. Да. 17-го года. Значит, я собираюсь повезти голубей туда. Значит, и буду показывать, что собираюсь. Ну, может, вам что-то надо будет. Вы мою птицу уже знаете. Значит, средняя цена, ну или скажем так, основная цена будет 500 гривен. Кому что надо, заказывайте, я повезу голубей на киевскую выставку. Имейте в виду. Я там номер вайбера скину, ну и буду показывать, что буду туда везти. А так кое-что вы уже знаете, видели. О, видите, как голубка, чтоб не это самое. Вот так у нее, чтобы имели в виду, что вот это самое. Вот это она переболела, и так ее можно спокойно кличку давать вертишейка. Она дает мне голубят, все, и летала, вы знаете. Ну, у меня не только он такой был, был у меня и Попова голуб. Так что голуби, они уже не страшные, но имейте в виду, голуби у меня переболели. В этом году я не вакцинировал, чтобы, как говорится, не было разговоров. Как я говорю, что здоровых голубей не бывает. Так, пока на этом все. Если что, пишите, звоните. Выставка 18-го в Киеве. Ну, на 90%, что я туда поеду. Так, пока на этом все.